Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. В предыдущем видео вы видели, как я делаю смывку, как ее стираю. Дал немного смывки подсохнуть, местами подправил немного, где было лишнего. Задул полуматовым лаком от Tamiya, дал просохнуть и теперь буду делать масляные точки. Масляные точки я делаю масляными красками Sonet. Но если есть желание, то и финансы, то лучше купить фирменные масляные краски. Их не надо разводить. Они уже сразу готовые по цветам, которые вам нужны. Вы можете брать их и использовать. Я взял цвета белый, коричневый, зеленый и желтый. Я считаю, для этого камуфляжа будут самые оптимальные цвета. Начну с более светлых тонов и буду переходить к более темным. Более светлые сверху всегда, более темные к низу. Небольшие точки, много не надо делать. Модель небольшая, хватит немного. Главное, чтобы равномерно более разложить их, чтобы все красиво впоследствии смотрелось и гармонировала.
Вот так нанес масляные точки. Как видите, их не сильно много. Теперь беру широкую кисть, смачиваю ее в White Spirit. Я использую тикурилу, так как он без запаха. Сначала начнем с салона. Ну, потом перейдем на корпус. Верх я всегда делаю такими движениями, а уже когда делаю по краям, уже тогда вверх-вниз. Лишнее лучше сразу убирать и растушевывать. Как видите, верх растушевал. Теперь начнем с боков. Сверху вниз, чтобы сделать сначала как бы такие потеки, и потом их больше разотрем.
закончил работу с масляными точками. Вот как на данный момент получается автомобиль. Дадим просохнуть не менее суток. И после того, как масло это все просохнет, нанесем, задуем матовым лаком. Хотя после высыхания модель уже станет матового оттенка. Но на матовый лак нам потом будет проще наносить пигменты. И грязь. Друзья, на этом буду заканчивать эту серию. Кому интересно, продолжайте следить за выходом новых серий дальше. Спасибо, друзья, за просмотры. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну и, как всегда, по традиции, всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!